Я один. Я отказался от всех вокруг себя, потому что я должен быть один. Потому что я — это чума. Чума, которая отказывается от любого общества. Я мертв в этом мире. Вот такой вот монолог закоренелого пессимиста. Сейчас мы услышали. Поэтому, ребят, доброго здоровья. Всех рад приветствовать на канале GameLair. Вернее, не поэтому, а просто независимо от этого. Сегодня я прохожу CryoFear новую кампанию под названием Рецидивист. Все знают, что такое рецидивист. Вот. Сейчас я нахожусь в какой-то комнате, вот, которая больше похожа на одиночную камеру, чем на комнату. Вот, непонятно, что я здесь делаю. И что-то мне подсказывает, что я просто либо в психбольнице, либо в тюрьме. Но, скорее всего, в психбольнице. Хотя бог его знает. Ладно. Good morning, Simon. How are you feeling today? I feel fine, Dr. Adams. Well, you don't look fine, Simon. How have you been sleeping? Fine. Now, Simon, if we're gonna make any progress here, you're gonna have to open up a little. Why the hell would I open up to you? I may as well be talking to a brick wall. Dr. Purnell listened. He heard me. He tried to understand. His death must have taken quite a toll on you. I called Sophie. I asked her to come and see you, Simon. She hasn't visited in a long time, and I thought... Call her back and tell her not to come here. It was a kind gesture, Dr. Adams. But I can't see her. I told her to stop coming. My happiness became too dependent on her. More and more each visit wore her down until the look in her eyes said nothing but pity. I'm a burden. Legs or not, I was always a burden. Simon, I have to take this, Simon, but I want to talk about this when I get back. Вот такой вот диалог у Саймона получился со своим, видимо, доктором. А находится он действительно в клинике для душевнобольных. Утверждает, что является полным ничтожеством, что жизнь для него неинтересна. И единственное, чего он хочет, это чтобы Софи его навещала. Доктор говорит, что его фантазии очень-очень сильно разыгрались, и что ему нужно постараться открыть их. Для него постараться объяснить, что он видит. Но сам он говорит, отвали, просто позови Софи, чтобы она ко мне пришла. Иначе этот мир для меня просто не имеет никакого смысла. Вот как-то так. Но вот почему он сейчас оказался в каком-то лесу. Это непонятно. I can't stray from this path. Говорит он сам себе. I can't stray. То есть не stay, а stray. Имеется в виду, что сходить с этой тропы нельзя ни в коем случае. Иначе будет все очень-очень-очень печально. Тропинки с этой сходить нельзя. Почему-то его клонит влево немножко.
Почему непонятно? Интересно, как долго еще эта тропинка будет идти? Так. Теперь сюда, я так понимаю. Теперь сюда. Во, прикол. А сейчас куда? Давайте более ближнюю пойдем, потому что... Опачки. Какая-то дверь. Дрожащими руками. Что бы это значило? Глава первая. Relapse. Опять мы находимся в комнате, откуда начали. Возможно, в принципе, это был сон, но relapse можно перевести как повтор чего-либо. Вот, то есть начинаем мы якобы заново. Но теперь мы уже находимся не в лесу, как нам приснилось, видимо, а скорее всего нам приснилось. А находимся мы в коридоре. Коридоре длинном, но не в каком-то, а в данном случае в нашей психбольнице. И дверь напротив как раз открыта. А, подождите, это наша дверь. Господи боже мой. Подождите, или это не наша дверь? Да, это наша дверь. Это наша дверь. Так. Теперь давайте глянем, что у нас тут. У меня есть обойма, но у меня нет пистолета. Вот. Это не облегчает наше состояние. Вовсе не облегчает. В принципе, ничего, кроме шприца, но шприц тоже неплохо. Так, остается только идти наверх. Очень интересно. И чё? А, вот. Постепенно, постепенно приходит свет. Так, а где я оказался? В каком-то огромном холле непонятном. Kitchen. Так, там, значит, кухня. Ладно. Так, а здесь у нас что? Так, ну давайте в кухню прогуляемся, я не знаю. Блин, мне бы, конечно, фонарик бы по-хорошему, потому что без фонарика очень все печально. Так, the door won't bunch. Хочет наша дверка открываться. Так, а здесь у нас что?
Maybe I get shot of power to the key part to unlock it. Мне интересно, вот он пишет, что ему надо отключить электричество, чтобы открыть данную дверь. Странно. Как минимум странно. Так, ага, это какая-то будка. Я взял ключ и наконец-то я могу засейвиться. Ключ от какой-то двери, я подозреваю, что от этой. Неправильный ответ. Тоже неправильный ответ. Тоже неправильный ответ. Давайте попробуем кухню открыть. Я думаю, что кухня как раз нам сможет поддастся. Ну что ж, я угадал. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. Еще одна дверь. Что интересно, у нас совершенно нет никакого оружия. Хоть, может, ковшик взять какой, я не знаю, чтобы по башке дать кому-нибудь лишний раз. Так, что у нас здесь? Оба-на, полицейская дубинка. Отлично, просто отлично. Ну, я, в принципе, этого ожидал. Да что ж ты делаешь, дурачок? Нафига ты использовал шприц? Что ж за фигня за такая, блин, твою мать, его надо было сразу в инвентарь положить. Так, ладно, так, почему-то он отсюда не выходит. Странно, конечно, почему. Так, я что-то немножко не могу понять, почему. Ага. Все, наконец-то. Наконец-то я вышел. Это что-то вроде столовой, видимо, когда-то было. Ну да, что-то вроде столовой. Так, давайте попробуем эти двери пооткрывать теперь. Нет. Да. Получилось. Блин, хоть глаз выколи, а. Да ладно, неужели? Не... Ага, низкая батарея. Не тут-то было. Не, ну хотя бы как-то. Хотя бы ш... Нету ни хрена у меня батареи, ребят, к сожалению. Иди ты сюда, дура, блин. Иди, иди. Сейчас я тебя устрою. Райскую жизнь. Так, это что? Зарядка, ребята.
Понял. Какого хрена? Так, ну наконец-то, ну наконец-то, наконец-то мне дали пистолет. Наконец-то у меня есть фонарик. Ну это ж уже можно жить, правильно? Это ж уже вполне можно дальше двигаться. Так, ладно, что у нас тут? По-моему, ничего у нас тут нет. Нам надо двигаться назад. Но есть одно но. У меня больше нет ни ключей, ни каких-то других каких-то мыслей. Куда мне дальше идти? Security storage. Guests items must be что? Charged in before storing. Ладно, бог с ним. Вот она, дверь. Еще одна, которая была открыта. Теперь сюда. Так, я так полагаю, мы вышли на улицу. Куда-то на улицу. Так. Здесь какая-то дверь. И какая-то дверь вот здесь. Но здесь закрыто, поэтому я думаю, что нам надо идти вот сюда. Побережем батарейку, в принципе, все видно. Памятник. Пока ни о чем мне не говорящий, но я что-то чувствую, что этот памятник мы еще увидим не раз. Бог его знает. Посмотрим. Так, это типа фонтана что-то, да? Опять же, что нам... Ага, вон калитку вижу. Ладно. Так, сейчас еще глянем, что здесь. Так, здесь ничего. И здесь есть еще одна дверь, которая закрыта цепями. Так, ну нам ничего не остается, как только идти вот сюда. Здесь тоже, между прочим, закрыто. Дубинкой я вряд ли пробью эти доски. Не, не пробью 100%. Поэтому идем сюда. Так, давайте засейвимся, лишним не будет. А, подождите, тут я только засейвиться, в принципе, и могу. Тут больше ничего нет. О, пожалуйста. Дверь уже другая. Но она не открывается. Че, зараза. Они что, издеваются надо мной? И это не открывается. Ага, вон оно что. Понятно. Тоже элемент платформера. Как и в предыдущем моде под названием Pieces Like Us, который тоже есть, ребят, на моем канале. Всем советую посмотреть.
О боже, ты кто? Что-то мне на секунду показалось, что это G-Man стоит. А, Софья, это ты. Куда ты прыгаешь? Ну да, это ему кажется еще с оригинальной истории, когда она спрыгнула с крыши и покончила жизнь самоубийством. Ему до сих пор этот кошмар виден снова и снова. Блин, бедный Саймон. Как мне его жаль. И он тоже, короче, спрыгнул. Видимо. Вот так как бы все это показалось. А теперь мы заходим в эту дверь. Так, и что мы здесь видим? А, в принципе, ничего мы здесь не видим. Мы здесь видим генератор отключения электричества. В принципе, то, что я и хотел сделать, чтобы пройти в дверь, которая находится на первом этаже. То есть кухня находится на втором. А на первом этаже находится проход, в который мы еще не попадали. Поэтому сейчас попробуем пройти туда. Так, опять этот памятник. Ой, дружочек, откуда ты взялся вообще? Скажи мне. Непонятно откуда, но откуда-то взялся. Слушайте, а вот тут я не был. Или был? Не был, ребят. А, все, было, естественно, да. Я ж отсюда пришел. Так, электричество мы выключили. Теперь, думаю, можно попробовать открыть эту дверь. Так. Значит, сюда. И вот она открыта. Ну зря я, наверное, поспешил сюда зайти. Надо было сначала сохраниться. А я что-то так сразу прям сходу быстро. Ну ладно, что, пошли уже, раз пошли. Раз пошли, то пошли. Так. Так, ничего тут интересного не вижу пока. Может быть, конечно, можно как-то дубинкой вот это дело пробить. Сейчас попробуем. Опачки. Нет. Скорее всего, нет. Ну ладно. Нет, так нет. Так, тут что у нас? Тут ничего. Так, а что ж мне делать-то? Как-то странно. Здесь я ничего нажать не могу. Не, ну стоп. I'll need to cut this. Maybe there's something in the kitchen. Все, вопросов нет, ребят. Я возвращаюсь на кухню, и мне надо найти что-то вроде, наверное, ножниц. Что-то вроде ножниц. Сейчас попробуем.
Так, хорошо. Сюда. Так, это кто там? Блин, ступил. Не туда пошел. Совершенно не туда. Назад. Так, подождите, ребят, я что-то не понял. А где тогда я? Отлично. Так, походу, кичен вот здесь. Нет. Прикольно. А, вот. Фу, блин. Не, нифига. Кто закрыл эту дверь? Какого, мать его, тут эта дверь закрыта? А как мне теперь в кухню-то пройти? Да, походу, никак. А походу, ребят, никак мне не пройти сейчас в кухню. Придется мне идти сюда. Все-таки правильно я шел. А ну-ка, давайте попробуем. Может, вот эта дверка открыта. Фиг вам называется. Так, он как будто показывает, куда мне идти, да. Так, ну и что у нас здесь? А здесь у нас вот сюда вот. А, блин, это вам не Half-Life. Нехрен перепрыгивать с платформы на платформу просто так. Так, ну и где это я? Батюшки мои! Это что вообще такое? Это что за хрень такая тут летает? Такое ощущение, как будто здесь где-то бюрер. Охренеть, охренеть. Так, у меня есть еще один шприц. Так, возьму-ка я дубинку. Так, есть у меня лекарства на всякий пожарный. Но мне нужно найти ножницы. Именно ножницы, потому что по-другому я не разрежу этот долбанный. Какие-то там эти долбанные провода, которые мне преграждают проход. Ага. Я взял нож. Я думаю, что как раз нож мне теперь должен... Слушайте, а если я его возьму? Ага. Нет, не возьму. Он не является оружием по умолчанию. Его можно использовать только как ключ, видимо. Только как ключ. Ну ладно. Используем как ключ. Так, я смогу пройти? Я думаю, смогу. Наверное, не смогу.